Всем привет, с вами Клаус, и вы на канале Play for Fun. Расскажу коротко о том, что тут будет. Мы решили играть в GTA RP сервер Мармока. Называется он InSquad. Как обычно, мы начали бомжами. Долго не думая, решили завести друзей. Эй, чувак, здорово! Давно играешь? Братан! Привет! Простите, гражданин, а вы не охренели ли? Чувак, а кому насосали на такую машину? После нескольких неудачных попыток мы решили все-таки начать как надо. Заработали свои первые копейки на стройке. Сдали на права, конечно, не с первого раза. Решили обновить свой гардероб, но поскольку у нас были копейки, ничего сильно не поменялось. После того, как получили права, мы не могли пропустить возможность работать таксистами. И тут понеслось: разговоры с клиентами, новые знакомства, попал в ДТП, почти ограбили. Короче, сами все сейчас увидите. Давай до Майкла с этим, не спеша так. Хорошо. Я насладился видами. Как дела, как дела? Ну как так себе, чувак, так себе. А чё так? Ну заказов нет. Заказов нет, сейчас будут. Садись, прокатись, он тебя отвезет на море куда-нибудь. Поставил на цифру в казиноче, вывел косарь фишек. Столько поднял. Прикинь? Да ну. Ты сейчас там идешь? Да я машину, наверное, куплю, поеду. Ты гонишь, да? Я тебе клянусь, я продал свою тачку за 100к, Гантлер. И Джордан. И пошел казино чарать. Слил практически все фишки, у меня 100 осталось. И поставил на цифру, и мне повезло. Прогревай, нам ехать далеко. Ну это минимум, ребят. Ну ок, поехали. Слушай, хорошая погода, чтобы поснимать красивые кадры. На улице дождь, сейчас темно, у меня машина без царапин. Без комментариев. Братишка, за сколько до Марии довезешь, которые там сзади? У меня нет таких денег просто, у меня 300 долларов. Блин, ну давай 300 тогда. Просто я оттуда пришел. Ну сори, братиш, правда на мире сейчас. Блять, долги все отдавать надо. Спасибо тебе большое за понимание. Нет проблем.
Ну не знаю, скорость набирает, выглядит хорошо, что мне еще нужно? Просто скрипит и раздражает. Ё-моё. Я в ДТП попал, там очень крутая машина, она погналась за мной. Мне капец. Но она быстрее меня. Не уважаем, останавливаемся. Это ограбление. Если ты знаешь эльфийское, то видишь бан за ПГ. Лучше остановись Паша. Просто и все. Остановись. Остановись просто. Ты отлетишь бан за ПГ. Эй, братишка, чё как сам? Ну. Да так сапарка не подбросишь? Ну давай. Ну только у меня только 8 долларов. Да, садись, боже, забей. О, спасибо, братан. Видишь, как надо. Но я никого не встретил пока что. Я надеюсь, он меня не изнасилует. Кому ты нужен? Добрый вечер, такси заказывали? Да, тути, да, тути. Поехали, сейчас скажу куда, сейчас скажу отсек. Давайте, давайте. Давайте, давайте, сейчас скажу, сейчас подожди, подожди. 5 секундочек. Еще 2 секундочки. Да, не проблема. Это еще лучше 10 секундочек. Сейчас, 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 5 секунд. 10. Все. Нет. Нет, сейчас. Не все. Все. Поехали. Бля, какого хрена, мать твою, ты че так водишь-то? Кто тебя учил водить? Матерь Божья, ты че? Чувак. Ну ты псих, чувак. Надеюсь, тебя в тюрьму посадят. Мне нечего терять. Тюрьма заберут. Это твоя жизнь, да, твоя пенсия? Ну да. Что мне терять? Да, это ненормально у тебя пенсия. Слышь, ты с такими темпами долго не проживешь. Я тебе вот что скажу. Блять, мы сюда приехали. Я не сюда имел в виду, ты куда меня привез? Старый ты черт. Ну так ладно, хрен с тобой. Поставил. Старый ты черт, все, уезжай отсюда, чтобы глаза мои тебя здесь не видели. Давай, пока. Парень, такси не нужно. Как ты думал, что будешь работать таксистом? Как работаешь на самом деле? Я надеюсь, она доедет, потому что она как-то не странно дымит. Да я что-то, я уже слышу, как она там кряхтит. Может, вам музыку поставить? Чтоб не скрипело. Да, можно. Вот, уже скрип не слышен, а ты ищет. Уже хорошая машина. Да, уже даже не видно, что она разваливается на ходу. Ну что ж, дорогие мои, спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Я буду очень благодарным, если вы оставите ваше мнение в комментариях. Не забудьте также про лайк, дизлайк и, конечно же, подписку на канал, если вы хотите увидеть продолжение. Прошу, не судите строго, это мое первое видео такого формата. Хорошей вам недели и берегите себя. Пока-пока.